Здорово, Империя! Микрофон Артём, и канал Snow Warm TV. У нас очередная новая игрушка. Fossifuel 2. Я не знаю, честно, есть первая часть этой игры или нету, но мне попалась почему-то вторая часть. Это что-то типа шутан, короче, с динозаврами. Вот. У игры нету русского, поэтому будем смотреть английский. И, я так понял, оптимизации здесь тоже особо нету. Так, скип, окей. Можно скипнуть. Так, 30 FPS держится. Ага. Корабль какой-то. Документы. Взяли. Фига себе. Можно бегать, кстати. О! Хана ему. Так, нам вот сюда, походу. Климп Лейдер. Блин, эти капельки, конечно. Вообще ни черта не вижу из-за них. Ох, ох, ёп! Огромная акула. Все, хана, походу, утонули. Мегалодон. Зря ты орешь. Ну, я же говорю, ты зря орешь. Fossifuel 2. Ладно. ППС, конечно, здесь вышел, короче, из чата. А так, вроде нормально, неплохо. Тут даже стрелять можно будет по ним. Судя по картинкам. Это мы на 1050 Ti-ки GeForce играем. Поэтому, возможно, у кого получше карты, того будет получше оптимизация в этой игре. Но я не уверен в этом. Стопудово Unreal движок. Судя по тому, как он выглядит, это Unreal. Ну, давайте смотреть дальше. Короче, мы выбрались на берег. О, там динозавр ходит. Вон, видели? Вон, длина шеи. Этот диплодок. Или как он там? Там, короче, все горит. Все умерли. В общем, пошли смотреть, что тут есть на этом острове. Search for survival. Найдите выживших. For survival. Так. Заберем. Pictures какой-то делать можно. У нас есть теперь вот эта штучка. Фотопатат. Фотопатат нам пригодится. Ладно, судя по тому, что вот эти значки. Вот. Обычно так вот помечается, куда надо идти. Типа вон туда. Идем туда. Так. А где лючок замочный? Используйте. Подожди. Мне надо. Я что-то не взял, походу. Я могу прыгать. Карго. Ну, это типа груз. Supplies. Просто я бить не могу ничем. У меня есть фонарик, кстати. Надеюсь, фонарик не это. Не конечный, как обычно. А, вон там еще что-то есть. Стой, что это? А, показалось. Мне нужно что-то найти, что, чем открыть этот замок. Это, наверное, монтировка какая-нибудь. Что это? А! Это этот. Броня была. Так, подожди. Это еще не все, походу.
Стрелять тут, что ли? Возможно, здесь проход какой-то есть через лес. А, во. Могу фоткать. Нахрена только. Ладно, тут вроде больше не... Собирать я не могу ничего. То есть это не выживалка. Тут может быть какой-то пролез, проход есть. Салаз. Подожди, а в другую сторону могу сходить? А на другой стороне ничего нету. Во. Нет, тут не пролезешь. Ладно. Так, а у нас инвентарь, да, документы. Мап, кстати. На карте я что-то не... Подожди, а я могу в лодку залезть? Во! Вот она! То, что нужно. Вот теперь я могу, наверное, сломать. Так, отлично. Идем. Я могу рубить деревья? Нет. Так, походу нужно зайти в эту базу. Needed Valve. О, походу этот нужен. Электроэнергия нужна. Ой, понял. Так, активировалось, хорошо. Нам нужно, короче, открыть ее, да? Здесь чего-то не хватает, какой-то, видимо, этой штуки. Вот эта штука, вот туда люк должен, видимо, открыться. А где? Кто? Боже, какая же убогая эта... А, вот он, вентиль. Графика в этой игре. Все, полезли. Да, вниз. Электричество нам нужно было, чтобы запустить, видимо, этот лифт. А, видишь, чтобы открыть этот люк. Ладно. Уже какая-то мелодия хотя бы есть. Так, внизу вода. Ну, туда спуститься, я так понял, можно, но... Мап. Понял. Сило. Централ. Steam Control. Вот Steam Control мне нужен, видимо. Там вода.
Так, используй стик лаптоп. А, это сохранится. При помощи карты памяти можно сохраниться. Можно спрятаться. Здесь когти, видите? О-о-о-о. Кто-то рычит. Тут, видимо, история рассказывается по этим. По запискам всяким. Steam Control. Это надо... там пар выключить. Фонарик. Фонарик бесконечный. Вот, а здесь уже поинтереснее, уже по атмосфернее пошло. Когти. Надо, возможно, сломать, конечно, эту штуку. Корни растут из-под земли. Опа, спит. Утораптор. Саленс. Бесшумно. Надо, если только дрыхнет. А землю ёбыч разобью. Топором. О, можно? Под кустиком лежит. Ой-ой-ой. Ой-ой! На, на, на! На, сука! Не на того нарвался. Ебаё, скочерюжило. Модель, кстати, прикольно выглядит. Смотрите его, скукожило. Я тебя нашинкую. Не такой ты и страшный. Чмо. Уходим отсюда. Яйца есть у него? Нет яиц. Так, куда? Я запутался. Ну, короче, убить их можно. Не обязательно убегать. Драться с ними можно. Даже обычной этой палкой. Так. Мне теперь сюда вот. Музей, кстати. Под землей музей. Интересно. Кто, кстати, ждал ремейк от Дино Кризис? Вот он, кстати. Сьерра. Тиранозавр Рекс. Вот он, Утораптор. Здесь что? Спинозавр. Ну, какой-то музей. Тут, кстати, откуда-то вода идет. Опа! Рация. Не разрезается. Найдите 3 SSD драйвера. А дадите оружие когда-нибудь или что? Я так и буду с этой палкой ходить. Так, есть карта даже у нас? Карта такая, знаете, примитивная, еще непонятная. Опа. А, это куда можно положить? У нас, кстати, 2 флешки, мы можем еще 2 раза
Сохраниться. И вот тут как раз сохранимся мы сейчас. Укай. А, блюкей нужен. Наверх, наверх пойдем. Блюкей, так блюкей. Так, это обойти, наверное. Сюда. Вандал пришел, короче, в музей. Какая-то... Это позвоночник, походу. Стегозавр Бон, кость. Тут в основном все кости, да? Кости, кости. Позвоночные кости, хребтовые кости, бедренные кости. Ага, загрузка. Так, я куда-то вышел. Это подвал. Так, тут закрыто. А, ну это, знаете, такая смесь резика, да? Тут надо будет ходить, искать ключи, открывать одну. Ну, видите, здесь ни хрена не понятно. Карта вообще отстойная. Не показано, какая дверь закрыта, какая открыта. То есть, ну, такая какая-то вообще... Карта не карта, я бы сказал. Я так понял, вот видите, локация не бесшовная, а... Вот мы куда-то заходим. Тут мы уже были. Прогружается локация, короче. Так, ладно, здесь мы были. Хорошо. Где мы еще не были? Тут, в принципе, не так много мест, куда можно пойти. А я могу ходить по этой штуке? Да, это просто жижа. Ничего страшного. Тоже кости. Тоже... А я могу разбить эту штуку? Блин, туда бы не могу перепрыгнуть. Жаль. О, стоит красавец. Эспалин. Позвоночник. Мамонт, что ли? Мне нужно найти что? Карточку, по-моему, да? Побежали сюда. Так, это какой-то круговорот. Может, у него карточка есть? У тебя карточки нету? Blue card. Пока непонятно, куда идти. Контроль. Вот там закрыто, да? Я там был. Здесь мы можем просто оббежать по кругу. Тут проходов нет. И вот можно так вот. А я могу спрыгнуть? Блин, даже спрыгнуть нельзя. Ну как так-то? Значит, мне не сюда. Мне, походу, назад надо будет сейчас бежать. Вроде больше проходов нигде нету. Кость можно потрогать, но, в принципе, от этого ничего не меняется. Так. Давайте еще раз сюда сходим, посмотрим, что там здесь вот.
А, она закрыта с другой стороны. Это шорткат. Значит, нам нужно назад. А зачем мы назад пойдем? Вот, сила food water. И какие-то коды нужно. Походу, нужно вот эту штуку выключить, которая льется. Туда я не могу пойти, там нужен ключ. У челика нету ключа, насколько я понял. Походу, надо назад. А я сюда не могу попасть. Так. А, подожди. Тут тоже вода. А может мне воду надо теперь? Так, тут есть проходы. Здесь и куда плыть? Сейчас захлебнусь. Успел, прикиньте. А, подожди. Еще должен быть, наверное, дальше еще один кран. Это... А, вот он. Там пиранья или акула была впереди? Ну, вот, видите, дверь открылась. Все, она исчезла. Там какая-то рыба была. Ой. Ой-ой-ой, вот я ударился, конечно. Зря я так спрыгнул, да? Все, дверь открыта. Машина отделения какое-то. Еще что-то есть. Так, локпик закрыто. Так, хакнуть нужно. Боже, почему нельзя перепрыгивать? Разработчики. В чем сложность сделать, чтобы он перепрыгнул через эти, через препятствия? Что-то посветилось. Флешка. Что это? Что это? Машина какая-то, индастриал машин. Непонятно, какие-то опыты делают здесь, что ли? Ноутбук. Что-то завелось.
Так, ну допустим. Тут тоже, да, закрыто? Да. Надеюсь, динозавры не придут сюда. Блин, а. Кто придумал вот эту штуку, а? Загрузка. Good evening, doctor. Oh, I see you're not the doctor. Running diagnostic. It would appear that we have catastrophic containment breach and flooding in all levels. Implementing additional lockdown measures. I'm sorry, intruder, but I cannot allow you to leave. Так, я не доктор, да. Ох, она. Я запустил какой-то режим. Что открылось? Блин, закрыто. Биолаборатория, что ли? Очень странное место. Оу! Велоцираптор. И куда, сука, убежала? Нет, прикольно, да. Такой, знаете, хоррор в такой в динозаврной стилистике. Но очень, очень все. Опа, вот это я понимаю. Тебе он больше не нужен. Как его? Все. Очень долго раскочегаривается игра. О, слоумо, ни хрена себе. Я убил его? Тихо, не орать. Я знаю, сейчас своих позовешь. Не, моделька прикольная. Велоцираптора. Ну, двух выстрелов, в принципе, умирает. Забавная игрушка. Без вооружения, кому нравятся такие игры. Такой хоррор с динозаврами. Давайте здесь остановимся. Всем, кому понравилась данная игрушка, берите на вооружение. С вами был, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Все ссылки в описании. Увидимся всем. Пока-пока.